Абсолютно заслужили. Заслуженный мяч, и Металлург продолжает играть на чужой половине. Через левый фланг атака, передача с правой ноги. Пас очень хороший, Рустамян в штрафной, и можно придумать что-нибудь интересное! 3-2! Себе, 3-2! 3-2 на 82-й. Вот мы говорили о том, что шансов уже нет, вернее, я говорил, да, поспешил, и Герчиков забивает, тоже вышел на замену. 79-й уступает 0-3. Ну, буквально за минуты полторы, наверное, или две, два забили. Вот Герчиков, да, с передачи Рустамяна. А передача выполнялась вот из пределов штрафной площади. Ну и давай отметим изначальный пас с левого фланга. Очень четкая передача.